Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать вот такую замечательную игрушку Китти Комфортер. То есть это такой вот комфортерчик, с которым спят. Игрушечка очень удобная, нежная, для развития очень классно подойдет. То есть здесь есть такие вот слингобусины, обвязанные грызунки. Она довольно-таки нежная, мягенькая. В принципе, можно сделать ее тарахтелкой, то есть чтобы она тарахтела в голову. Засунуть либо какую-то именно непосредственно пластиковую тарахтушку, а можно просто с киндер-сюрприза пластиковую вот эту коробочку, именно яичко, туда поместить где-то 2-3 пуговички, то есть для того, чтобы именно хороший такой звук был. И по ходу наполнения головы можно это яичко, в общем, туда поместить. Но это так, для идей, для тех, кто хочет именно, чтобы она тарахтела. Но так как я делала игрушку с плюшку, то есть для ребенка, чтобы было спать с чем. То есть, как вы видите, я не использовала никаких бусинок. В основном я сделала все из более нежных, мягких тканей, пряжи, в общем. И единственное, что я здесь сделала, это вот такую вот бусинку-цветочек. То есть, это единственное, что здесь такое вот, в общем, пластиковое. Вся игрушка, в принципе, безопасная. Вязала я ее из чистого хлопка. Хотите, можете, в принципе, связать ее из акрила. Тоже довольно-таки неплохой вариант. Наполняла я игрушку холофайбером. Это такие вот силиконизированные шарики. Она получилась довольно-таки, видите, мягкая, нежная. Можно, в принципе, наполнять ватой, но, как я всегда вам говорила и до сих пор повторяю, что вата сильно забивает. И она тяжелая, то есть получится голова такая очень-очень, ну, в общем, тяжелая. В ручки тоже я немножечко положила холофайбера, то есть хотите, можете использовать в качестве наполнителя синтепон, синтепух, в общем, ну, у кого что есть. Вот. Игрушка связана довольно-таки быстро, получается, как на мой взгляд, симпатичная. Можно ее связать не обязательно полосатой, это просто так вот, скажем, попросили, именно уточнили. Вот, можно ее сделать однотонной, также здесь можно цвета менять. Ну, в принципе, я знаю, что девочки любят очень котят, поэтому вязался комфортерчик для девочки и максимально все постаралась сделать красивенькое, такое нежненькое, миленькое. Вот, можно связать такого же для мальчика, только, допустим, не делать цветочек, как, к примеру, можно какую-то шляпку джентльмена или просто. Я всегда считаю, что чем, скажем так, страшнее котик, тем он больше такой интересный, бродячий. В общем, в принципе, здесь делаете на свое усмотрение. Опять же, цвета самого непосредственно котенка я взяла беленькие, можете взять коричневый, серый, не обязательно брать белый, то есть здесь вы уже смотрите на свое усмотрение, на свой вкус делаете, даете полет фантазии, то есть полностью воплощаете свои идеи. И, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал, кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла чистую хлопковую пряжу белого и розового цвета. Это Белла от фирмы Alize, 180 метров с 50 граммов. Так как у меня остаточки, в принципе, у меня начатый белый цвет и остатки розового, поэтому мне будет достаточно. Вот, теперь можете взять на свои усмотрения любые цвета, то есть понежнее, поярче. Крючком я буду вязать в 1,5 номер. Ножнички для обрезания кончиков разных заправочек. Теперь же нам понадобится иголочка для пришивания бусинок. Вам понадобится еще 2 слингобусины, либо можете взять любые пластиковые. У меня диаметр 17 мм, вы хотите, возьмите, в принципе, любой диаметр на свое усмотрение. Здесь так таковой роли какой-то принципиально не играют эти бусины, размеры, поэтому можете взять до 2 см диаметр, в принципе, спокойно. Но не берите слишком большие, чтобы не отвисала ткань, которую вы будете вязать. И, ну, чтобы не получился такой эффект обвиски. Поэтому я рекомендую брать вот что-то среднее между сантиметром и 2. В общем, также, конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы с вами начинаем вязать. Предварительно свяжите из своей пряжи вот такую вот звездочку. У меня звездочка состоит от начального вот этого вот цветочка, кружочка. Еще я провязала 14 рядочков. То есть, если мы возьмем с серединки вот этой дырочки до краешка одного из стебельков звездочки 17 сантиметров. То есть вот такой размер звездочки вам нужно связать. Вы можете вязать полосатую, как у меня, однотонную, либо чередовать, допустим, не каждый ряд, менять цвет, а, допустим, через 2-3 ряда. Также вы можете чередовать цвета именно полосочки от начала. То есть, допустим, у вас цветочек одного цвета, затем первый ряд второго цвета и так далее. То есть здесь вы уже включаете свою фантазию и вяжете просто звездочку. Ссылочку на звездочку я вам обязательно оставлю под этим видео, смотрите в описании. Мы ее не будем сейчас вязать, так как уже есть мастер-класс. Я считаю, что в принципе по тому вы сможете спокойно и связать себе вот этот вот, скажем, основу тельца для игрушечки. Затем нам нужно сейчас обвязать вот эти наши слингобусинки тканью, ну то есть обвязать именно пряжей, чтобы они были у вас красивенькие. Я буду обвязывать розовеньким цветом, то есть вы хотите, можете беленьким цветом, наоборот, то есть чередование. Я заканчивала двумя рядочками столбиков с накидом розовым цветом, поэтому, в принципе, можно их сделать беленьким цветом. Здесь уже, конечно же, все зависит от вашего желания. Хотите, можете один обвязать розовым цветом, второй белым, в общем, или в зависимости от цветов, которые выбрали вы. Я вам хочу показать, как обвязать именно слингобусину мою, то есть на 17 мм диаметр. Если же у вас больше либо меньше, то здесь уже регулируете донышко, размер. То есть либо делаете меньше, либо больше, в зависимости от диаметра, опять же, вашей бусинки. Итак, мы берем сейчас пряжу выбранного цвета, то есть у меня это розовая, и начинаем обвязывать бусинку. Начнем мы с кольца амигуруми. Берем, делаем колечко, закрепляем его воздушной петелькой и в колечко набираем 6 столбиков без накида. Первый столбик. Второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик и шестой. Теперь придерживаем последнюю петельку, стягиваем колечко за хвостик коротенький. Стянули наше колечко и теперь находим первый столбик, то есть первую петельку над первым столбиком. В нее мы провязывать сейчас будем 2 столбика. Но перед тем, как провязывать 2 столбика, введите крючок в петелечку и накиньте на нее вот этот короткий краешек. То есть мы по ходу вязания сейчас будем заправлять краешек. Захватываем ниточку и в петельку делаем 2 столбика без накида. То есть сделали прибавочку. Прибавочки мы будем делать в каждую из 6 петелек, то есть в каждую из 6 провязанных столбиков предыдущего ряда. Первую прибавочку мы сделали, далее во второй столбик делаем 2 столбика без накида, вторая прибавочка. Следующую, третья прибавочка, 2 столбика без накида. Следующую, четвертая прибавочка. Следующую, пятая прибавочка. И последнюю петелечку, шестую, шестая прибавочка. Обратите внимание, по ходу я завязывала наш краешек ниточки, то есть он у меня спрятан. Ниточку, в принципе, можно обрезать, но не спешите обрезать. Мы потом, чтобы отметить начало ряда, мы ее будем использовать. То есть, чтобы не использовать маркера, который, в принципе, не всегда удобен в работе, поэтому мы просто заправили кончик, чтобы он у нас не распустил вязание. Смотрите, после второго ряда у нас увеличилось количество столбиков в 6, то есть 2 раза на 6 столбиков. Было изначально 6 в кольцо, теперь у нас в каждую провязали из 6 по 2 столбика, получилось 12 столбиков по кругу. Теперь нам нужно еще один ряд сделать прибавление, но чередовать мы будем так. Первую петельку провязывать столбик без накида, следующую делать прибавление, провязывать 2 столбика без накида. Итак, начинаем. Первый столбик, 1 столбик, в следующий столбик во второй прибавка, 2 столбика без накида, снова столбик, прибавка. Столбик, третий раз, прибавка, столбик, прибавка, это у нас 4-й раз, столбик, прибавка, 5-й раз и столбик, прибавка шестой раз. То есть снова у нас количество петелек, столбиков увеличилось на 6, в общем. То есть смотрите, у нас было 12 в предыдущем ряду увеличения столбиков, сейчас у нас идет по кругу 18 столбиков. Теперь, как я вам уже говорила, уже вот этот кончик нам сейчас понадобится. Мы берем его, ставим в начало ряда, то есть как, смотрите, у нас петелька на крючке последняя, 18-я. Мы перед первым вот этим столбиком в ряду ставим отметочку, то есть просто вперед вязание ниточку вытягиваете. По кругу 18 столбиков, нам их нужно провязать 3 ряда. То есть начинаем провязывать с первого столбика 1, 2, далее 3, 4. Просто в каждую петелечку над столбиком предыдущим ряду провязанным у нас петельки. Вот теперь мы сделаем 18 петелек, из них мы провяжем 18 столбиков. Итак, 5 столбик, далее 6 столбик, 7 столбик, 8, 9, 10, 11, 12, далее 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Пока остановитесь, провязав первый ряд. Берем нашу бусинку и кладем ее в серединку вот так вот нашего вязания. То есть, как вы видите, получилась вот такая шапочка. Если же у вас шапочка, скажем так, красивенько, в принципе, довольно-таки плотненько легла, ну то есть здесь вмещается наша бусинка, то продолжаем вязать еще 2 ряда. Если же бусинка очень, то есть вот так вот аж оттопырена, тогда распустите ряд прибавления, 3, то есть там, где мы с 12 провязывали 18 столбиков, и остановитесь на 12. Эти 12 столбиков провяжите 1 ряд, как мы только что сделали с вами с 18, и опять же положите бусинку в эту шапочку. Если же все хорошо и все, ну скажем так, довольно-таки удобненько легло, тогда продолжаете дальше вязать еще 2 ряда. То есть смотрите, после прибавления нам нужно сейчас провязать 3 ряда. Мы ряд провязали, поэтому еще берем, вставляем крючок и провязываем 2 ряда. То есть 18, если вы умножите на 2, просто провяжете 36 столбиков без накида подряд. Чтобы вам не запутаться, отсчитываете, начинаете с первого столбика, 1 столбик, далее 2, далее 3 и так далее, до 36 провязанных столбиков. Затем мы с вами продолжим обвязывать бусинку. После того, как мы провязали 36 столбиков, либо еще 2 ряда высоты, это у нас получается высота бусинки. То есть теперь снова берем бусинку, кладем ее вовнутрь, и она у вас, в принципе, довольно-таки плотненько должна лечь. То есть она может ерзаться, но плотно сидит в основке. То есть смотрите, мы сделали донышко. Если вы делали, как я, 18, и у вас все хорошо вышло плотненько, то, в принципе, вы сейчас провязали, получается, 3 ряда вместе со мной. Если же вам было много, и вы провязали 12, то теперь вы смотрите количество рядочков. То есть смотрите, может вам там придется не 3 ряда, а 2 провязать. То есть чтобы у вас бусинка была почти закрыта, но не полностью. То есть у вас здесь должно поместиться еще где-то приблизительно 2 ряда, то есть ряд 2. Теперь смотрите, мы провязали донышко, высоту нам нужно закончить. То есть красивенько вот здесь вот закрыть нашу последнюю часть бусинки, макушечку. Мы теперь берем, вставляем крючок, не вытаскивая бусинки. Повторяем то же самое, что мы делали в начале, но в обратном порядке. То есть смотрите, мы с вами сначала сделали кольцо амигуруми, в него сделали 6 столбиков без накида. Затем из этих 6 мы провязали прибавочки 12. И затем чередовали в следующем прибавочка столбик без накида. То есть последнее прибавление мы делали в 3-м ряду. Из 18 столбиков нам в обратном порядке нужно сделать 12 столбиков. То есть мы сейчас будем чередовать столбик без накида в первую петлю и и делать убавление из второй и третьей петелечки. Как мы будем делать? Захватываем 2 передние полупетельки. Провязываем неполный столбик без накида. У нас на крючке 2 петельки. И еще раз провязываем. То есть мы фактически, получается, провязываем чередование столбика без накида и столбика без накида просто за 2 передние стеночки 2 полупетелек. И все. Так мы делаем 6 раз. Я сделала уже 2 убавочки. Сейчас я провязываю столбик убавления 3. Затем снова столбик убавления 4 провяжем. Будет не очень удобно, но вы уж потерпите. Столбик убавления 4 раз. Столбик убавления 5 раз. И столбик убавления последний 6 раз. Столбик убавления 6 раз. И, как вы видите, наш маркер, который мы оставляли, тоже совпал. То есть мы довязали до него. Теперь смотрите, нам из 18 мы, получается, сделали уже 12 столбиков. И из 12 нужно сделать 6. Поэтому мы сейчас сделаем 6 убавлений подряд. Итак, за первые 2 полупетелечки, точно так же, как мы чередование делали, но делаем сейчас подряд 6 раз. За 2 передние полупетелечки провязываем столбик без накида 2 раз, за 2 передние полупетелечки 3 раз, за 2 передние полупетелечки 4 раз, за 2 передние полупетелечки 5 раз и последний за 2 передние полупетелечки 6 последний раз. Теперь делаем вот такой вот ход, смотрите. Последнюю петелечку мы привытягиваем. То есть, смотрите, просто вытягиваем петельку. Вытягиваем так, чтобы где-то было 10-12 сантиметров. Берем наши ножнички и обрезаем. Вытягиваем рабочую нитку. И у нас получается вот такая вот обрезанная, с последними полустолбиками провязанными. Вот такая вот ниточка. Теперь у нас еще есть ниточка коротенькая, где мы отмечали начало ряда. Мы ее обрезаем прям под самый корешок, то есть чтобы ее не было абсолютно видно. Вот, смотрите, ее не видно. Берем, вдеваем этот краешек ниточки в иголочку. Вдели в иголочку ниточку. И теперь смотрите, что мы делаем. Находим снова передние полупетелечки 6 наших столбиков. Берем ниточку и захватываем вот так вот, смотрите, получается из наружной части во внутреннюю, за переднюю полупетелечку вводим иголочку. Раз, затянули, следующую полупетелечку 2 раз, затянули, следующую полупетелечку 3 раз, затянули, следующую 4 раз, следующую 5 раз и последний 6 раз последнюю петельку. Немножечко подтяните. Вот так вот мы с вами затянули наш краешек. Как вы видите, абсолютно ничего не видно. Можете в серединку где-то вот так вот в наружную часть вывести еще раз ниточку. То есть, смотрите, у вас все красивенько как в начале, так и в конце. И вот так вот где-то, ну, то есть через какой-то промежуточек верните иголочку в серединку, то есть как бы на место. Так мы закрепили нашу ниточку и не спешите обрезать вот этот краешек. Просто вытяните иголочку и оставляем вот этот краешек ниточки для пришивания к основке комфортера. Таких бусинок нам нужно сделать 2 штучки. То есть повторяете то же самое 2 раза и обязательно оставляете краешки ниточек для пришивания. Если вы возьмете нашу звездочку, вы посмотрите, где вы хотите, чтобы у вас был перед, где задняя часть. Ну, к примеру, я хочу, чтобы вот эта полосочка у меня был перед. Вот это у нас 2 боковые от переда. То есть, смотрите, вот здесь у нас будут располагаться вот эти слингобусинки. Если хотите, можете сразу пришить к вот этим уголочкам, вдеть ниточку в иголочку и хорошо пришить плотненько вот так вот краешком бусинки. Опять же повторюсь, для тех, кто хочет более другой цвет, ну, к примеру, не розовый, к розовому, а беленький, то, соответственно, обвязываете белым цветом. Хотите, можете один белым, один розовым. Но, честно говоря, мне нравится, когда розовый и когда они одного цвета. То есть, мне кажется, это такой, ну, как своего рода дисбаланс, то есть, мне нравится. Вот, вот так. Можете сразу пришить, можете просто поэтапно детали все собрать и тогда уже заниматься сборочкой. И сейчас мы приступаем к голове. Для головы приготовьте ниточку белого цвета и небольшой кусочек, совсем маленький кусочек, как раз таки из тех краешков со слинга бусины обвязывания нам понадобится ниточка другого цвета. То есть просто, чтобы нам было видно. Хотите, можете использовать булавочку, либо маркер, но, честно говоря, мне нравится больше именно краешек ниточки другого цвета для того, чтобы отмечать конец и начало ряда. Итак, делаем снова наше кольцо амигуруми. Закрепляем его и в колечко набираем привычные для нас 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем последнюю петельку и стягиваем наше колечко за короткий краешек. Теперь мы будем делать прибавление каждую петелечку, то есть из 6 столбиков без накида будем делать 12 столбиков. Снова вводим крючок в первую петелечку из 6, наш краешек ниточки короткий кладем на вязание и будем постепенно завязывать краешек ниточки. Итак, в первый столбик мы провязываем прибавочку, 2 столбика без накида в одну петельку. В следующий столбик мы тоже провяжем прибавление, 2 столбика без накида в одну петельку. В следующую третью мы сделаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. В четвертую снова 2 столбика, то есть прибавочка наша. В пятую снова 2 столбика, наша прибавочка. В шестую последнюю 2 столбика, последняя прибавочка. В конце ряда у нас добавилось 6 столбиков без накида. Теперь берем как раз таки наш маркер, вот эту ниточку, и отмечаем начало ряда. То есть ставим вот так вот ее немножечко сзади, чтобы она у вас свисала, и спереди. Первую петелечку провяжите столбик без накида. То есть как бы закрепите наш маркер, чтобы он не ерзался. Теперь смотрите, мы в каждом ряду сейчас будем добавлять по 6 столбиков без накида. То есть смотрите, мы сейчас с вами провязали из 6 12, поэтому в следующем ряду плюс 6 у нас должно быть 18. Мы, как и в слингобусине, сейчас будем чередовать столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление. Поэтому провязали первый столбик, следующую петелечку провязываем, 2 столбика без накида, то есть прибавление. Снова столбик, прибавление, 2 столбика без накида. Столбик, прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. И так чередуем столбик, прибавление, столбик, прибавление. До самого конца ряда, там где мы с вами отметили маркер, мы будем делать чередование столбика без накида, прибавление. Итак, провязали столбик прибавления и последний раз сейчас мы с вами провяжем столбик без накида и прибавление. Теперь в конце ряда у нас получилось 18 столбиков без накида. Берем, вытаскиваем наш маркер, то есть нашу ниточку, и снова отмечаем конец или начало следующего ряда. Теперь нам нужно снова добавить 6 столбиков без накида, поэтому 18 плюс 6 – 24 столбика. Для того, чтобы получить 24 столбика, нам нужно теперь чередовать 2 столбика без накида, провязанных в отдельные петельки, первый столбик, далее второй, и в третью провязывать 2 столбика без накида, то есть третий и четвертый столбик в одну петлю. 2 столбика, прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, прибавление, столбик, столбик, прибавление, столбик, столбик, прибавление и так далее. 6 раз провязываем столбик без накида, далее столбик без накида и в третью петельку прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. И так чередуем и провязываем до конца ряда. Провязали ряд до конца, сделали 6 прибавлений. Я вам сейчас предлагаю пересчитать количество вот этих вот петелек косички, то есть количество столбиков по кругу. Оно у вас должно совпадать с числом 24. Если же какие-то есть, скажем, отклонения от 24, значит, советую вам немножечко переделать. То есть, смотрите, если у вас, к примеру, 22, то вы не доделали еще последнюю прибавочку. Если же наоборот больше, то переделали. Поэтому пересчитайте количество столбиков, чтобы у вас совпадало в дальнейшем. И мы продолжаем провязывать следующее прибавление. Вытаскиваем наш маркер, краешек ниточки и ставим в начало ряда. Мы с вами чередовали в предыдущем ряду 2 столбика прибавления. Поэтому мы сейчас будем прибавлять через 3 столбика. То есть провяжем 3 раза по столбику отдельные петельки 1, 2 и 3 подряд, то есть 3 столбика. И 4-й столбик делаем прибавление. 4-й и 5-й столбик провязываем в одну петельку. Снова 1-й столбик, 2-й столбик, 3-й столбик. И в 4-й делаем прибавление. 4-ю и 5-ю вот так вот одну прибавочку делаем. В один столбик 2 петельки. Снова 1, 2, 3 прибавочка, 1, 2, 3 прибавочка. И так можете себе считать 1, 2, 3 прибавочка. То есть, как вы видите, у нас постепенно расширяется количество столбиков между прибавлениями, благодаря чему у нас получается вот такой вот круг амигуруми. То есть для тех, кто сейчас не может разобраться, что мы с вами делаем, так как ниточка беленькая, я все прекрасно понимаю, что не очень хорошо видно. Поэтому можете включить видео именно круг амигуруми. Сейчас мы провяжем его. Итак, продолжаем до нашей отметочки начала ряда конца провязывать прибавление. 1, 2, 3, прибавление. 1, 2, 3, прибавление. И так 6 раз. В конце этого ряда у нас прибавится к 24 еще 6 столбиков. Поэтому получится всего 30 столбиков без накида. Довязали до конца. И теперь снова маркер ставим в начало ряда. И теперь будем чередовать уже 4 столбика без накида прибавления. Итак, 1 столбик, 2 столбик, 3 и 4. То есть, как вы видите, я снова между прибавочками прибавила 1 столбик. И в 5 столбик провязываем предыдущего ряда 2 столбика без накида, то есть прибавления. Снова 1 столбик, в следующую петелечку 2 столбик, в следующую 3 столбик, в следующую 4 столбик. И в 5 столбик предыдущего ряда мы делаем прибавление. И так повторяем до конца ряда столбик, столбик, столбик и столбик. Делаем прибавление в 5 столбик. 2 столбика без накида провязываем в одну петелечку. И если вы сейчас посмотрите на свой круг, то вы увидите, четко видно то, что у нас получается не иначе, как пятиугольничек. То есть как, он визуально идет кругом, но из 5, точнее не пятиугольничек, шестиугольничек, я немножечко ошиблась, из 6 наших прибавлений в каждом ряду у нас получается вот такая как бы рогаточка. И в каждом ряду эта рогаточка находится вот так вот полоской, друг над дружкой, друг над дружкой, друг над дружкой. То есть 6 уголков, которые мы четко видим. Поэтому здесь вы уже не должны ошибиться. То есть у вас идут столбики между прибавлениями 1, 2, 3 и 4. А теперь, если вы посмотрите вниз на ряды ниже, то у вас идет прибавление. Вот так в эту петелечку у вас и должно быть прибавление в этом ряду. Снова 1, 2, 3, 4. Следующее прибавление. Смотрим на предыдущие провязанные рядочки. Вот они, наши рогаточки. Из них и идет прибавление. И последний раз 6 у нас идет 6 прибавление. То есть мы в каждом ряду, благодаря тому, что прибавляем по столбику между прибавлениями, у нас получается вот такое вот расширение равномерное. При этом из наших 6 угольничков, вот таких вот, получается кружок. То есть он, получается, плавно добавляет нам во все стороны по петельке. И благодаря тому, что мы в этом ряду снова делаем прибавление, у нас в конце ряда должно получиться 36 провязанных столбиков. Итак, продолжаем. 4 столбика без накида, в 5 делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. И последний раз я сделаю вместе с вами первый столбик, второй столбик, далее третий столбик, четвертый столбик и последний столбик. Обратите внимание, как всегда, у нас идет прибавление перед маркером. Все, у нас 36 столбиков по кругу провязано. Снова делаем отметочку в начале ряда кусочком ниточки или маркером. И продолжаем делать прибавление, как мы сейчас делаем. В предыдущем ряду у нас было 4 столбика. Перед ним было 3 столбика. Значит, сейчас у нас идет снова на увеличение, и мы провяжем 5 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику. А в шестую сделаем петельку предыдущего ряда столбика прибавлением. Вот они опять у нас, если вы обратите внимание, идут прибавления над прибавлениями предыдущих рядочков. Поэтому мы сейчас отсчитываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. А в шестой столбик провяжем 2 столбика без накида. То есть шестой получается столбик шестой и седьмой. И так продолжаем до конца ряда прибавлять 6 столбиков без накида. И если мы посчитаем в конце ряда, у нас должно получиться по кругу 42 столбика без накида. Довязали до конца ряда, теперь снова ставим отметочку в начало ряда и будем прибавлять очередные 6 столбиков в этом ряду. Но будем чередовать, уже получается 6 столбиков без накида, а в седьмую делать прибавочку. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик. А над прибавочкой предыдущих рядочков будем делать прибавление в этом ряду. Седьмой и восьмой столбик провяжем в одну петелечку. Снова первый столбик в следующую петелечку, второй столбик в следующую, третий столбик в следующую, четвертый, далее пятый, шестой, а седьмой и восьмой столбик провяжем в седьмую петельку предыдущего ряда провязанный столбик. Опять прибавляем 6 столбиков. У нас получается в конце предыдущего ряда было 42 столбика, плюс 6 это 48 столбиков в этом ряду у вас должно получиться. Поэтому продолжаем провязывать и делать прибавления до конца ряда. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик, а седьмой и восьмой прибавочка 2 столбика без накида в одну петелечку. Провязали этот ряд до конца. Это получается по счету у нас был 8-й ряд. В конце ряда у нас по кругу 48 столбиков. Переносим маркер в начало ряда следующего и продолжаем делать прибавление. Но чередовать мы будем так. 7 столбиков без накида, 8 делать прибавление. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. А в восьмую петельку предыдущего ряда столбика, провязанного прибавочки, делаем прибавление. То есть над прибавочками, как всегда, провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. А в восьмой делаем столбик. 8 и 9, 2 столбика без накида в одну петелечку. И так делаем прибавление до конца этого ряда. Снова увеличиваем наши 48 столбиков по кругу на 6 петелек. Поэтому в конце ряда получаем 54 столбика без накида. Ряд с 6 прибавлениями довязан. Снова ставим ниточку в начало ряда, наш маркер. И будем чередовать уже. Получается через 8 столбиков провязанных, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9 делать прибавление. 9 и 10 столбик в одну петелечку. Итак, начинаем. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее в 9 провязываем 9 столбик и 10 в одну петелечку. Опять 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5, 6, седьмой и восьмой, а в девятый провязываем прибавочку. И так провяжем до конца этот ряд. То есть мы снова добавляем 6 столбиков без накида в этот ряд. И в итоге у нас должно получиться 54 плюс 6, 60 столбиков по кругу. То есть 60 столбиков без накида благодаря нашим прибавлениям. Мы расширили круг. И теперь продолжаем вязать его до конца ряда. Вот так вот делаем прибавление, как бы завершаем наш последний круг прибавления. Последняя прибавочка, еще раз напомню, у нас через 8 столбиков в 9 прибавление. 8 столбиков в 9 делаем прибавление. Итак, вот мы сделали расширение кружочка нашего амигуруми до 60 столбиков. Получился вот такой замечательный кружочек, донышко. И теперь нам нужно провязать высоту головы. Высоту я буду провязывать так. Смотрите, мы с вами сделали расширение до 10 ряда. Сейчас по счету у нас начинается 11 ряд. Если хотите, можете от начала посчитать. И теперь смотрите, у нас по кругу 60 столбиков. Мы должны сделать высоту в 10 рядочков. То есть с 11 по 20 ряд мы с вами провяжем просто столбики без накида. В каждую петелечку по столбику. Есть, скажем так, много вариантов, как можно посчитать эти 10 рядочков. Можно просто отсчитывать каждый ряд. Можно взять, допустим, счетные палочки и отлаживать каждый провязанный ряд. Но, честно говоря, меня это немножечко иногда смущает, поэтому мне проще провязать от начала до конца количество столбиков. То есть, смотрите. Сейчас у нас получается по кругу 60 столбиков. Нам нужно 10 рядочков провязать. 10 умножаем на 60, получается 600 столбиков без накида. То есть, смотрите, мы сейчас берем наш маркер, ниточку и ставим в начало следующего ряда. Вот так вот отмечаем начало ряда. И я начинаю отсчитывать сразу же 600 столбиков. То есть провязываю и отсчитываю. Либо же еще один есть вариант. Вы провяжете первый ряд и не трогая маркер, не переставляя его на следующий ряд, а просто от маркера потом при провязывании рядочков от маркера до маркера вы сможете посчитать количество рядов в высоту. То есть сейчас вы, когда начнете вязать первый ряд, вы увидите, что маркер у вас завязан. То есть это пошел первый ряд. Затем вяжете второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее до 10-го ряда. Но я буду все-таки отсчитывать, как мне удобно. То есть 600 столбиков без накида. И я начинаю отсчет. Вы начинаете вместе со мной, затем продолжаете. Я думаю, в принципе, здесь справится каждый. Просто провязываем по столбику без накида в каждую петелечку 10 рядочков. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 596, 597, 598, 599 и 600. Все, провязали мы высоту 600 столбиков без накида. Или если вы посчитаете от вот этого маркера, который вы оставляли после последнего ряда прибавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, я провязала 10 рядочков. Все у меня правильно. Вы посмотрите, все должно у вас тоже совпасть. И после этого мы точно так же, как делали прибавление в начале, так будем делать симметрично убавление. Мы закончили на 8 столбиков прибавления. Последний ряд у нас был через 8 столбиков чередования прибавления. Поэтому точно так же мы сейчас будем делать убавление. Берем наш маркер, ставим в начало ряда и провязываем 8 столбиков без накида. Просто подряд 8 столбиков. Первый столбик. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и 8. Теперь захватываем 2 полупетелечки за передние стеночки и провязываем с ними столбик без накида. Так мы сделали убавление 2 петелек. Теперь снова берем, провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Захватываем за 2 передние полупетелечки, 2 столбика, вот такие вот полустолбика, и провязываем с ними столбик без накида. Так мы сделали второе убавление. Теперь снова 8 столбиков провяжем без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И за 2 передние полупетелечки провязываем столбик без накида, то есть делаем убавление. Если вы не понимаете, как я делаю убавление за передние полустеночки, вот эти вот полупетелечки, стеночки передние, тогда просто делаете 2 полупетли, то есть вот так вот ныряете, захватываете петельку, снова в следующую петлю ныряете, захватываете, и 3 петельки делаете с общей вершиной. То есть стандартное убавление. Но, честно говоря, мне такое стандартное убавление не нравится. Как выглядит, в итоге получаются такие вот полоски убавлений не очень красивые. Поэтому я вам рекомендую делать именно тайное вот такое убавление. И так делаем до конца ряда. Чередуем 8 столбиков без накида и убавление. 8 столбиков, убавление. Чередуем мы так 6 раз. То есть до того момента, где у нас начинался ряд. Довязали до конца этого ряда, и теперь у нас получается 60 минус 6 убавлений, 54 столбика по кругу. Теперь мы снова переносим маркер в начало ряда и будем делать снова 6 убавлений в этом ряду. Как мы будем делать? Смотрите, мы провязывали 8 столбиков убавления. Теперь мы уменьшаем на 1 столбик, значит 7 столбиков. Провязываем 7 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем убавление. За 2 передние полупетелечки вот так вот делаем столбик без накида. То есть как и в предыдущий раз, но чередуем не 8 столбиков убавления, а 7. И начинаем снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова за 2 передние полупетелечки, за первые вот эти вот 2 стеночки от нас делаем столбик без накида, то есть тайное убавление. И так делаем до конца ряда, чередуя 7 столбиков убавления, 7 столбиков убавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 убавления. Если у вас делится ниточка, так как у меня, будьте осторожны, чтобы вы провязывали все как бы за все стеночки, ниточки, за все, скажем так, петелечки, столбики, то есть чтобы у вас красивая внутри была, то есть не сама суть красивого внутри, вот это будет прятаться, но чем аккуратнее вы свяжете, тем у вас красивее будет и перед. То есть вот эта вот наружная часть будет красивенькая. Если же вы будете где-то терять, пропускать, в общем, некрасиво делать убавление, то, соответственно, это отразится на качестве вашей работы. Итак, в общем, продолжаем убавлять. Делаем 6 убавлений в ряду до конца ряда, до отметочки маркера. Ряд закончился 6-м убавлением. Снова переносим ниточку в начало ряда. Сейчас уменьшаем на 1 столбик. Так как мы вязали 7 столбиков убавления, теперь вяжем 6 столбиков. То есть сейчас 48 по кругу столбиков без накида и начинаем делать убавление. 6 столбиков без накида провязывать подряд и делать убавление. Первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь 7-й, 8-й столбик за передние стеночки провязываем столбик без накида. Делаем убавление. Снова 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем за передние стеночки полупетелечки 2 убавления. И так чередуем до конца ряда. 6 столбиков без накида провязываем, затем делаем 7-й, 8-й провязываем вместе, делаем убавление до отметочки нашей розовенькой, до маркера. Сделали последнее 6-е убавление, 48-6, 42 столбика по кругу провязано. Теперь мы снова сделаем убавление, но будем чередовать уже через 5 столбиков убавления, поэтому ставим ниточку в начало ряда и отсчитываем 5 столбиков. Первый, далее 2, 3, 4 и 5. Теперь делаем убавление, как всегда, за 2 передние стеночки 2 петелечек и провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4 и 5. И делаем убавление. То есть в этом ряду мы будем чередовать 5 столбиков без накида, убавление, 5 столбиков без накида, убавление. То есть, как вы видите, мы точно так же, как увеличивали донышко, так и уменьшаем ровно на 1 столбик между нашими прибавлениями в начале были, а сейчас делаем убавление. То есть отнимаем 1 столбик в каждом ряду. Итак, первый столбик, 2, 3, 4 и 5. Сделали 5 столбиков и делаем за 2 передние полупетелечки снова убавление. Итак, мы будем делать убавление снова до конца ряда 6 раз в ряду. 6 убавлений провязаны в ряду, 42-6, 36. Поэтому в этом ряду у нас получается уже 36 столбиков. Ставим маркер в начало ряда, убираем 1 столбик между убавлениями. Поэтому у нас сейчас идет чередование 4 уже столбиков без накида и убавления. Итак, 1, 2, 3, 4 столбик. Делаем убавление за такие же 2 передние стеночки, как мы с вами делали в предыдущие все ряды. И снова продолжаем 1 столбик, 2, 3, 4. И опять убавление. Чередуем 4 столбика без накида, убавление. И так 6 раз до конца этого ряда. Сделали в конце ряда последнее убавление. Теперь убираем снова 1 столбик. Ставим маркер в начало ряда и провязываем уже теперь 3 столбика без накида и делаем убавление. 1, 2, 3. Убавление. И сразу же провязываем снова 3 столбика. 1, 2, 3. Убавление. 2 столбика без накида. Провязываем в 1. И так мы вяжем до конца ряда. То есть, смотрите, мы с вами провязали последнее убавление. У нас было в предыдущем ряду 30 столбиков без накида. Сейчас мы с вами еще уберем 6 столбиков. То есть в конце ряда у нас должно остаться 24 столбика без накида, провязанных по кругу. Довязали последнее убавление в ряду. Теперь привытяните ниточку, и как раз таки начался этап наполнение сейчас вот нашей головы. То есть смотрите, для тех, кто будет влаживать тарахтушку, если вам достаточно этого отверстия, можете смело наполнитель влаживать, затем тарахтушку и снова наполнитель. Если же вы просто наполнитель, то соответственно здесь, я думаю, что вот вмещаются мои 2 пальца почти. Да, вот вмещается, поэтому в принципе на этом этапе мы с вами начнем наполнять нашим наполнителем. То есть сейчас мы берем холофайбер, или если же у вас это вата, но, честно говоря, вата будет тяжелая, поэтому начинаем сейчас вот влаживать, аккуратненько вкладывать наполнитель и хорошо распределять его по всем вот этим вот так скажем, условным уголкам, вот, чтобы округлить максимально эту голову. Но сильно тоже не забивайте, пусть она будет мягенькая, но и в то же время не сильно свободная, то есть чтобы вот этих вот уголков убавлений-прибавлений различных не сильно было заметно. Как вы видите, мои тайные убавления видны, но очень-очень-очень скупо их видно, то есть они очень такие мелкие и, честно говоря, вот на камере их больше видно, чем в жизни. Итак, в общем, наполняем. И дальше продолжаем делать убавления. Вот, как вы видите, я наполнила голову. Довольно-таки, в принципе, получилась шарообразная, но, я бы сказала, высота ее не совсем шарик. Поэтому мы сейчас берем наш маркер, начало ряда ставим. Я его вытаскивала, чтобы он мне не мешал. Привытаскивала петельку, чтобы, опять же, не мешало ничего мне. Теперь мы берем ее обратно, эту ниточку ставим. Либо, если у вас это... маркер, и продолжаем делать убавления. Сейчас мы еще на один столбик между убавлениями будем уменьшать. То есть мы сейчас будем провязывать 2 столбика без накида убавления. Немножечко вам придется сейчас холофайбер или наполнитель ваш придерживать, чтобы он не высовывался, если он у вас плотно набит. Ну, в принципе, я набивала сравнительно средним, чтобы мягенько было и в то же время, чтобы не выпадал, не сильно плотно, в общем. Итак, провязываем 2 столбика без накида, убавления, 2 столбика без накида, убавления. Чередуем до конца ряда наши убавления. То есть просто все делаем то же самое, но между убавлениями у нас уже 2 столбика без накида. Итак, если хотите, я с вами сейчас созвучу, провяжу. Первый столбик, второй столбик, затем за 2 полупетелечки передние мы провязываем столбик без накида. Так мы сделаем с вами 6 раз до конца ряда, то есть до отметочки нашего маркера. Наша, скажем, голова начинает закругляться еще более. Мы делаем максимальное закрытие петелек. То есть сейчас мы просто сужаем для того, чтобы закрыть максимально вот это отверстие петелек. И мы сейчас вернемся к тому числу, ну, когда будем провязывать, мы будем постепенно возвращаться к изначальному числу 6 столбиков без накида. То есть мы вот так вот делаем убавление до тех пор, пока у нас по кругу не останется 6 столбиков без накида. Итак, мы провязали 2 столбика без накида убавления 6 раз. И я вот с вами вместе дошла до конца ряда. Теперь мы берем, переносим маркер в начало ряда. И вяжем следующий ряд. Следующий ряд у нас будет снова сокращаться на 1 столбик. Поэтому просто будем чередовать столбик без накида и делать сразу же убавление за ним. За 2 передние полупетелечки провязывать столбик без накида. Снова провяжем столбик без накида и сразу за ним убавление. 2 столбика без накида мы провяжем за передние стеночки, столбик без накида. И так мы чередуем 6 раз. Столбик без накида и убавление. Столбик без накида, убавление. 2 раза мы уже с вами провязали вместе. Сейчас провязываем 3 раз. Немножечко будет неудобно, сужу по себе, так как я придерживаю холофайбер. Еще и плюс мне приходится натягивать ниточку. Вот, чтобы ровненько и красивенько ложились столбики. Поэтому немножечко будет не совсем удобно. Итак, в общем... Мы вот так вот будем провязывать до конца ряда, чередуя столбик убавления, столбик убавления, столбик убавления. Если вам немножечко мешает ваш маркер, вы можете его вытянуть максимально вперед, но не вытягивайте его полностью, чтобы вы не запутались, сколько убавлений вы сделали. Вообще маркер, честно говоря, я использую практически всегда, когда вяжу, скажем, шарики. Почему? Потому что очень удобно. Даже опытные мастерицы могут смело запутаться, где они и сколько сделали убавлений. То есть это изначально нужно будет проверять, считать. Поэтому не стесняйтесь того, что вы отмечаете ряды. Все невозможно уследить и запомнить. Итак, я как раз вот довязываю последнее убавление. И у меня получается столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. В конце ряда 12 столбиков без накида. Вот он, у меня кружочек, 12 столбиков без накида. Вот, теперь нам нужно снова взять наш наполнитель и максимально вот здесь вот донаполнять отверстие. То есть мы сейчас с вами довязали еще, считается, высоту небольшую на один ряд. Поэтому вам нужно еще немножечко донаполнять, максимально, скажем так, полностью донаполнять до тех моментов, чтобы вы уже не, скажем так, не сомневались, что у вас голова мало наполнена или наоборот перезабита. То есть сейчас как раз таки тот момент, когда вам нужно максимально определиться с плотностью головы. То есть вот я донаполняла, чтобы у меня не было никаких здесь, скажем так, провалин. Вот. И мы будем сейчас закрывать максимально вот это отверстие. То есть то, что сейчас у нас осталось 12 столбиков по кругу, мы будем из них делать 6 столбиков. И все. В голове мы больше ничего не будем убавлять, прибавлять. То есть все, мы уже заканчиваем этап провязывания головы. Голова и есть вот такой вот наш шарик. Теперь я маркер трогать не буду. Он мне, в принципе, здесь не совсем нужен. Я буду считать количество убавлений. То есть сейчас мы будем делать сразу подряд 6 убавлений. Начинаем с первого. За две передние стеночки мы провязываем столбик без накида. Первое убавление. Затем следующие 2 петелечки. Второе убавление. Следующие 2 петелечки. Третье убавление. Следующие 2 петелечки. Четвертое убавление. Следующие 2 петелечки. Пятое убавление, следующие 2 последние петелечки, шестое убавление. У нас получается по кругу провязано 6 убавлений подряд, и осталось вот такое маленькое отверстие. Теперь вытаскиваем маркер, он нам больше не нужен. Берем ниточку, хорошо оттягиваем, так сантиметров, наверное, на 20. И обрезаем вот этот краешек ниточки. То есть где-то отрезайте так, чтобы у вас осталась ниточка для пришивания и стягивания. Рабочую ниточку вытаскиваем, она нам не нужна. Берем снова нашу любимую иголочку, вдеваем ниточку в иголочку и будем закрывать вот это отверстие. Вдели ниточку и закрывать мы будем точно так же, как и с линго-бусинку. То есть, смотрите, находим наши передние полупетелечки, за которые мы делали убавление, и нанизываем эти полупетелечки все одну, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. То есть все 6 наших полупетелек нанизываем на иголочку и хорошо их затяните. Вот мы затянули наш шарик. Для хорошего, скажем так, результата проденьте иголочку где-то в сторону. Хорошо подтяните. Вот так вот, чтобы у нас не было никакого выпуклого вот здесь вот. То есть был красивый, ровненький шарик. Вот так вот. Теперь возьмите, сделайте здесь какие-нибудь тайных 2 стежочка. То есть вот их не видно, как вы видите, белое на белом. Абсолютно не видно. И вернитесь вот здесь вот в серединку, где вы делали стягивание петель. Вот так вот можете пару стежочков в разные стороны, то есть чтобы у вас закрепилась хорошо, плотненько легла ниточка. Теперь возвращаемся на серединку. У нас осталась ниточка для пришивания. Ниточку эту не обрезаем, мы ее оставляем для того, чтобы пришить голову к основе платка комфортера. Поэтому ниточку эту оставляем, иголочку вытаскиваем, и голова наша готова. Теперь мы с вами сделаем ушки для нашего котенка. Берем ниточку основного цвета, у меня это беленький, и делаем кольцо амигуруми. Колечко амигуруми закрепляем и набираем 5 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4 и 5. Придерживаем петелечку последнюю, стягиваем наше колечко. У нас по кругу 5 столбиков без накида. Так мы и провяжем их 5 столбиков без накида. Вводим крючок в первую петельку, вот над первым столбиком, и кладем нашу вот эту вот ниточку, кончик, который стягивали, на вязание. То есть мы по ходу начнем завязывать этот краешек. Итак, провязываем первую петельку столбик, находим вторую петельку, провязываем столбик, третью петельку провязываем столбик. Немножечко у вас закручивается, но вам нужно после третьего столбика где-то вот так вот как бы вывернуть в наружную сторону ваше вязание, для того, чтобы оно не закрутилось наизнаночку и вам было удобно вязать. Поэтому, провязав третий столбик, выверните немножечко наружу, затем продолжаем провязывать четвертый столбик и пятый столбик. Не совсем удобно, но вы уж постарайтесь. Очень мелкая деталь, это самая, скажем, мелкая и такая вот кропотливая работа в этом комфортере. Это ушки. Провязали 5 столбиков без накида. Теперь нам нужно сделать 5 прибавлений. В каждую петелечку провязать по 2 столбика без накида. Поэтому, начиная с первого столбика, мы начинаем считать. Первую петельку, первый столбик, сюда же второй, во вторую петельку, первый столбик, сюда же второй, третью петельку, первый столбик, сюда же второй. Обязательно вяжите за 2 стеночки петелечки. Четвертая, первый столбик, сюда же второй, и последняя пятая петелечка, первый столбик, сюда же второй столбик. После прибавления у нас в каждую петелечку прибавилось по столбику, то есть 5 было, теперь 10. Так мы и провяжем следующий ряд, 10 столбиков без накида, в каждую петелечку по столбику. Итак, находим первую петельку и отсчитываем. Первый столбик, следующую, второй, далее третий, далее четвертый, далее пятый, далее шестой, далее седьмой, восьмой, девятый и десятый. Провязали 10 столбиков без накида. А теперь нам нужно сделать прибавление. То есть мы сейчас будем чередовать столбик без накида, прибавление. Но вот этот краешек ниточки я вам предлагаю поставить в начале ряда, как отметить маркером. Итак, провязываем столбик без накида, прибавление. В следующую петелечку провязываем 2 столбика без накида. Снова столбик без накида, в следующую петелечку 2 столбика без накида. Теперь снова столбик без накида, прибавление, 2 столбика без накида. Столбик без накида, прибавление, 2 столбика без накида. И опять столбик без накида, 2 столбика без накида в следующую петлю. Мы прибавили через столбик, поэтому у нас получается по кругу 15 столбиков без накида. Так мы следующий ряд и провяжем 15 столбиков без накида. 1, 2 столбик, далее 3 столбик, далее 4 столбик, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15 столбик без накида. Теперь вот этот маркер наш, который мы оставляли, снова вытяните на изнаночную сторону. Вот так вот, как он был у нас. И поставьте в начало ряда. То есть для того, чтобы не отрезать, просто пока ставим его в начало ряда. Нам нужно последний ряд сделать с прибавлениями. То есть у нас было 15, сейчас мы будем чередовать 2 столбика без накида, прибавления. Итак, начинаем с первого столбика, 1 столбик, в следующую петелечку 2 столбик, а в третий делать прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, 3 столбик, прибавление, 2 столбика. Опять столбик, столбик, 2 столбика. Столбик, столбик, 2 столбика. И в конце у нас получается столбик и столбик. Все, на этом наше ушко закончено, поэтому делаем следующую петельку соединительный столбик. И вытягиваем этот соединительный столбик, отрезаем ниточку, оставляем ниточку небольшую для пришивания ушка. Вот это наша деталька, ушко готово. Единственное, что отрежьте вот эту ниточку маркер, которую мы с вами делали, отмечали, то есть серединную ниточку при стягивании кольца амигуруми. Нам такие детальки нужно сделать 2 штучки, то есть 2 ушка. Вот такое замечательное ушко. Хотите, можете по желанию сделать треугольничек дополнительного цвета, ну, к примеру, если у меня розовый, можете вот здесь вот сделать маленький треугольничек, пришить его, но, честно говоря, я этого делать не буду. Мне достаточно вот такого ушка, поэтому делаем таких вот деталечки, 2 штучки. 2 детальки ушка готовы, мы приступаем к лапкам. Лапки мы будем делать тоже беленьким цветом. Делаем кольцо амигуруми снова наше. И в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем вот эту петельку крайнюю. Теперь снова вводим крючок в первую петелечку и кладем на вязание краешек ниточки. То есть я вас всегда учу для того, чтобы спрятать вот этот кончик сразу, чтобы потом он не распустил ваше вязание, во-первых. Во-вторых, чтобы вам его все-таки не пришлось потом заправлять, скажем так, этот краешек. Итак, сейчас мы в следующем ряду сделаем прибавление в каждую петелечку. То есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Прибавление. Первый столбик провязали 2 столбика, во второй столбик 2 столбика, третий столбик, 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 то есть по 2 столбика, четвертый 2 столбика, пятый 2 столбика и в последнюю петелечку провяжем 2 столбика, шестую петелечку последнюю. Итак, по кругу после прибавления у вас 12 столбиков. Сейчас мы будем чередовать столбик прибавления. Столбик прибавления, снова добавлять 6 столбиков в ряду. Сейчас 12, будет 18. Итак, начинаем с первого. Столбик прибавления во вторую петелечку. Столбик в третью петлю, четвертую прибавление. Столбик в пятую петлю, шестую прибавление. Столбик в седьмую петлю. 8 столбик прибавление, 9 столбик, 10 прибавление, в 11 столбик, 12 прибавление. По кругу у нас провязано 18 столбиков. Вот такой вот кружочек получается. Теперь нам нужно провязать по кругу. Получается, мы провязали с вами до 3-го ряда прибавления. Теперь мы с вами провяжем 4, 5, 6, 7 и 8 ряд, то есть 5 рядочков, по кругу просто 18 столбиков. Если мы 5 умножим на 18, это 90 столбиков без накида. Поэтому берем вот эту, кончик вот этот ниточки и кладем на начало этого ряда. Начинаем отсчитывать 90 столбиков, то есть я начинаю считать с первого столбика. 1, 2, 3, 4. Просто провязывая по столбику без накида в каждую петлю по спиральке, то есть вверх. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 86, 87, 88, 89 и 90. Довязали наши 90 столбиков без накида, а теперь мы с вами будем делать убавление. Перед тем, как делать убавление, мы вытаскиваем вот эту серединную нашу ниточку, которую мы оставляли в качестве маркера, и ставим ее в начало этого ряда. Теперь мы будем чередовать 3 столбика без накида, убавление, 3 столбика без накида, убавление. Итак, провязываем с первого столбика, начиная в первую петелечку столбик, во вторую петелечку столбик, третью столбик, а затем делаем убавление. За 2 передние полупетли провязываем столбик без накида. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, а затем провязываем третью, четвертую петелечку вместе столбиком без накида за переднюю полупетелечку. Теперь снова 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. И убавление делаем за 2 передние полупетелечки, столбик без накида. И довяжем до конца ряда 3 столбика без накида. Здесь никаких убавлений уже не будет. Все, довязали ряд с убавлениями до конца. И в конце ряда мы имеем с вами 15 столбиков без накида. Теперь получается, мы эти 15 столбиков должны провязать 2 ряда без изменения. То есть вытаскиваем наш маркер, будем его так называть, кончик ниточки, и ставим снова в начало ряда. 15 столбиков, 2 ряда. Я вам предлагаю сразу провязывать, считать 30 столбиков без накида по кругу. То есть просто начинаем отсчитывать по кругу, провязываем в каждую петелечку по столбику 30 раз. Итак, 2 столбик, 3, далее 4, 5. 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29 и последняя петелечка 30. Провязали по кругу 30 столбиков без накида. Снова наш маркер вытаскиваем на верхнюю вот эту вот часть и ставим в начало ряда. Сейчас мы снова провяжем с вами убавление. Прочередуем 2 столбика без накида, убавление, 2 столбика без накида, убавление. Итак, первый столбик вяжем, далее 2 столбик и делаем убавление. За 2 передние полупетелечки провязываем столбик без накида. Снова столбик, столбик, убавление, столбик, столбик, убавление. Опять столбик, столбик и убавление. 2 столбика без накида за передние стеночки. Теперь у нас до конца ряда осталось 3 столбика без накида, поэтому мы провяжем в каждый столбик по столбику без накида. То есть каждую из петелечек над предыдущего ряда столбиком по столбику. Все, этот ряд закончен. И сейчас мы с вами провяжем 2 ряда снова, наши 12 столбиков, которые остались после 3 убавлений из 15, провяжем 2 ряда по столбику без накида. То есть 12 наших столбиков на 2 ряда умножить, это 24 столбика. Сразу начинаем с первого столбика отсчитывать 24 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 21, 22, 23 и 24. Все, провязали 2 ряда мы столбиков без накида. Теперь снова вытаскиваем на лицевую сторону нашу ниточку. Ставим в начало ряда, снова сделаем ряд с убавлениями. Ряд мы с убавлениями повторим. 2 столбика без накида, убавление. 2 столбика без накида, убавление. То есть 2 подряд делаем убавочки. Точнее как, 2 подряд столбика. А затем 3-й, 4-й столбик с общей вершиной. Убавление. Либо столбик без накида. То есть как вы вяжете, так и вяжите. 2 столбика, каждую петелечку по столбику. А затем делаем убавление. То есть как мы предыдущий ряд убавочек делали, так и этот. Так мы провяжем убавление до конца ряда. Здесь у нас получается хватает петелек, поэтому ряд закончится убавлением. 2 столбика убавления, 2 столбика убавления. И так у нас получился вот такой вот кружочек. Кружочек у нас получился из 9 столбиков без накида по кругу. Теперь нам нужно снова маркер поставить в начало этого ряда. Хотите, можете его уже отрезать и, скажем так, ставить начало ряда. Ну, то есть, чтобы вам было удобно, можете, в принципе, его уже отрезать. Он нам не нужен в серединке. Ставим его в начало ряда, и нам сейчас нужно 4 ряда провязать по 9 столбиков. 9 столбиков умножаем на 4, это получается 36 столбиков без накида. Поэтому мы провяжем по спирали 36 столбиков без накида, не считая ряды. Просто вяжем 36 столбиков в каждую петелечку по столбику. Итак, 3 столбика, далее вяжем 4, 5, 6, 7. Здесь не совсем удобно, поэтому вы, если что-то вам мешает, убираете, добавляете. В общем, в принципе, ну, я имею в виду по работе, по ходу работы, если что-то мешает, вы можете убрать. И так далее продолжаете 8, 9. Вот мы первый ряд довязали. Далее продолжаем считать 10. 11, 33, 34, 35 и 36. Закончили провязывание наших рядочков. Теперь предлагаю вам снять маркер, вот этот вот, который мы с вами отмечали начало ряда. Теперь я вам предлагаю привытяните немножечко вот эту петельку крайнюю и наполните. То есть как, смотрите, берем наш наполнитель. И чтобы нам максимально наполнить ровно 2 руки одинаково, так как вы не связали еще вторую, а только одну, то я вам предлагаю либо первый вариант, просто когда будете наполнять одну ручку, оставлять такое же количество холофайбера на вторую ручку. Ну вот, к примеру, взяли какой-то кусочек холофайбера и ровно пополам его разделили. То есть так, визуально. Наполняете, получается, одну часть в ручку, вторую оставляете рядышком. Опять берете следующий кусочек холофайбера и точно так же напополам и оставляете. То есть пока вы заполните второй частью ручку, вы увидите, сколько у вас ушло холофайбера. Если же у вас, к примеру, вы наполняли, затем разделили, остался кусок, вы точно такой же кусок убираете и со второй части. Либо вы просто перематываете сейчас, вяжете до вот этого момента наполнения вторую лапку и равномерно наполняете 2 лапки. Затем заканчиваете первую по видео и заканчиваете вторую по видео. То есть это вариант номер 2. Вы выбираете, какой вам больше вариант нравится. То есть мы сейчас берем холофайбер и наполняем ручку. Обе ручки у нас максимально должны равномерно быть наполнены. В помощь вам может быть крючок потолще, либо просто краешек ножничек. То есть вы просто держите вот так вот холофайбер и лапку, вот так вот ножничками вталкиваете. Мне кажется, ножницами вполне удобно и лаконично. Можете взять, в принципе, какую-то трубочку, спицу толстую. То есть, что вам будет удобно, чем удобно будет проталкивать. Так как здесь не слишком большое отверстие, но и раньше мы не могли наполнить. То есть, раньше, если бы мы начали наполнять, холофайбер бы просто выскакивал, нам мешал бы работать и вязать далее. Поэтому мы сейчас наполняем эту ручку, лапку, и будем ее максимально сужать и заканчивать. То есть тогда вам не будет совсем удобно ее наполнять. В общем, наполняем ручку, красивенько проталкиваем. Не слишком ее забивайте, точно так же, как и голову, чтобы она у вас была мягенькая, нежненькая. В принципе, сюда, чтобы сказать много, нет, сюда не уйдет много наполнителя. Поэтому можете слишком его туда не, так скажем, пхать прям сильно, а такое вот сделать, чтобы она форму имела и в то же время она не была слишком такой плотной и тяжелой, потому что игрушка не должна быть, по идее, тяжелой. Должна быть такая, чтобы ребенку было удобно играть, переложить, спать с ней. Ну, то есть она должна быть максимально нежная, мягкая и удобная. То есть вот смотрите, мы наполняем ручку, взяли кусочек холофайбера, разделили напополам. Опять я взяла небольшой кусочек, опять делю его пополам, кладу вот в эту кучку для второй лапки кусочек, а второй наполняю, продолжаю ручку. То есть в принципе я думаю, что вот этих два этапа мне достаточно, то есть я больше набивать ручку не буду. Если хотите, в принципе, можете там в самом конце донаполнять. Ну, то есть сейчас мы по ходу работы будем смотреть, чтобы и вам, и мне было удобно. То есть я буду озвучивать то, что я делаю. Я молча никогда не утаиваю, поэтому, в принципе, все поэтапно вам рассказываю. Итак, в общем, теперь смотрите, вот о чем я говорила. Вот мне, допустим, этот кусочек лишний. Я беру точно такой же кусочек, убираю с этой кучки, которую я оставляла для второй лапки. И все, убираю. То есть вот столько у меня холофайбера ушло на наполнение вот этой лапки. Поэтому вот этот вторую кучку мы будем наполнять вторую лапку. Вот, теперь равномерненько распределите все, чтобы у вас было красивенько, ровненько. Вот, теперь если будете что-то сюда добавлять по ходу работы, то вам нужно будет оставить и для второй лапки. То есть визуально это ваша вторая лапка. Теперь мы берем, после того, как мы наполнили, мы берем, подтягиваем нашу петельку вытянутую для работы, которую мы с вами использовали. Теперь ставим в начало ряда наш любимый кусочек ниточки маркер. Вот. И будем убавлять. А убавлять мы будем так, чередовать. Столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. Итак, провязываем первую петельку, столбик без накида, вторую, третью соединяем общей вершиной. Либо за два, вот здесь вот за две петелечки, за два полустолбика провязываем столбик без накида. То есть, как и вязали до этого, если вы вязали с общей вершиной, то вяжите с общей вершиной. Итак, провяжем столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. Так до конца этого ряда, то есть до отметочки маркером. Вот она, наша уже отметочка. Я делаю столбик без накида и сделаю последнюю убавочку. Здесь не совсем все удобно, поэтому вы стараетесь максимально попадать, чтобы все у вас красивенько получилось в конце. Вот так вот. Сделали последнее убавление. Вот у нас получилось вот такое отверстие. Отверстие наше составляет 6 столбиков без накида. Теперь нам нужно провязать ряд столбиков без накида. То есть смотрите, мы сейчас эти 6 столбиков провяжем в каждую петелечку по столбику. Можете маркер вытащить, а просто считать. Первый столбик, далее в следующую петелечку второй столбик, в следующую петелечку третий столбик, в следующую четвертый столбик, в следующую пятый столбик и в следующую шестой столбик. Вот о чем я вам говорила. Сейчас вы можете буквально капельку сюда взять холофайбера наполнить, то есть совсем капелечку, для того, чтобы вот эти два ряда убавления и прибавление. Вот я взяла капелечку холофайбера и делю напополам. Убавление, прибавление, чтобы вот эти вот разные наши заполнить. То есть, чтобы вот здесь не было совсем такой пустоты, а должно быть, ну, я считаю, что должна быть вот эта краешек нашей лапки, должен быть тоже упругим, для того, чтобы он не был такой, как сосиска, в общем, лапка наша не была, а довольно-таки держала форму. Итак, в общем, я наполняю вот этот краешек, наши последние два довязанных ряда. Вот. Никаких прибавлений здесь, конечно, не было. Здесь ряд был убавлений и столбиков без накида. Вот он, наш довязанный ряд. Теперь мы берем нашу петельку, привытаскиваем и обрезаем. То есть не слишком длинная, 20 сантиметров вполне достаточно. Обрезаем и нашу рабочую ниточку мы вытаскиваем. Теперь снова вдеваем ниточку, иголочку нашу и будем закрывать петельки, как я вам уже показывала, на голове и слингобусине. То есть мы берем, вдеваем ниточку в иголку и нанизываем на иголочку наши все 6 петелек. Так как ниточка делится, очень тяжело ее вдеть в иголочку. Итак, берем за передние стеночки, нанизываем первую, вторую, далее третью петельку, далее четвертая у нас петелечка, пятая и последняя, 6-я петелька. Теперь берем, затягиваем хорошо нашу работу. Почему мы затягиваем? То есть можно было, в принципе, и так оставить, просто пришить. Но так как у нас есть наполнитель, и чтобы он не сыпался, чтобы ребенок его ни в коем случае не проглотил, не облизнул, мы это все прячем. Вот она, наша лапка готова. Можем закрепить нашу ниточку немножечко, буквально одним-двумя стежками. И оставляем ниточку, ни в коем случае не обрезаем, мы ее оставляем для пришивания, для того, чтобы не делать лишних присоединений. Все должно быть максимально сдельно. Ниточку вытаскиваем с иголочки и точно так же делаем вторую лапку. После того, как все наши детальки готовы, я вам предлагаю основку немножечко прогладить через марлю, либо какую-то ткань, либо просто паром. В общем, отглаживаете, чтобы она была такой мягенькой, то есть она должна у вас быть как платок, вязаный платочек. Вот, теперь берем мы, пришиваем, как я вам уже говорила, находим, допустим, перед, пришиваем ровно посерединке голову, наши слингобусины по двум уголкам. Теперь от головы у нас должны расходиться ручки, то есть в таком вот положении. И, конечно же, к голове пришиваем ушки. Вот так вот, ушки. Когда будете пришивать голову, возможно, вам покажется, что она немножечко вот так вот болтается. То есть вы немножечко утяните. То есть вместе с тканью утяните голову, чтобы максимально плотненько лежала. Ну, то есть она у вас, в принципе, и будет шататься, потому что на платке, сами понимаете, неустойчива голова по-любому будет. Но есть понятие такое, как просто сидит неплотно, ну, то есть из-за основы неплотной, или она действительно шатается. Поэтому здесь вы уже регулируете на свой вкус. Смотрите, ручки пришиваем под голову сразу, вот, чтобы не видно было вот этих краешков. То есть, ну, все максимально прячьте красивенько. Я думаю, вы с этим справитесь. И тогда мы с вами, после того, как сошьем вот эти все детальки, будем красиво оформлять наше личико. А для личика приготовьте черный цвет. То есть, хотите, можете взять из серии Беллы, если у вас есть остаточки, либо какого-то акрила, либо это может быть какая-то тоненькая полушерсть. То есть здесь уже, в принципе, роли так таковой не играет, просто нам нужно немножечко для оформления лица, то есть для глазок, для вышивки. Если хотите, можете на ручках вышить, допустим, 3 стежка какие-то, как вот у, как сказать, у кошек лапки. В принципе, можете сделать здесь какие-то лапки маленькие, ну, тут уже, в принципе, конечно же, ваша фантазия как играет. Но, в общем, давайте мы сошьем детальки, а затем мы с вами будем оформлять именно голову. После того, как мы пришили все детальки, вот смотрите, что у меня получилось в итоге. Вот он, первый треугольничек напротив мордочки. Теперь у нас по вторым двум уголкам слингобусинки пришиты, вот они вот так вот. Теперь лапки все на месте. Мы начинаем оформлять личико. Личико мы можем оформить разными способами. Здесь уже включаете свою фантазию, свои, так сказать, воплощаете идеи в реальность. В общем, можете взять разные мелкие детальки, которые мы вязали в предыдущих видео, то есть сердечки, цветочки, какие-то бантики, рюшечки и так далее. В общем, здесь уже вы украшаете на свой вкус. Что буду делать я? Я буду конкретно пришивать связанные глазки, вышивать носик, затем делать цветочек вязаный. Вы же можете, если не хотите вязать глазки, что-то там выдумывать, в общем, можете просто 2 бусинки пришить глазки, какой-то там носик наметать. Вот вам будет уже готовый котенок. Особенно если это мальчик, так, скажем так, чем страшнее он будет, тем он красивее этим будет. Если же это девочка, то, конечно, над девочкой нужно будет поработать. Например, смотрите, я взяла с предыдущих своих видеоуроков, связала вот такой вот цветочек. Самый-самый-самый обычный, он маленький, самый обычный. Его можно в течение минуты связать. Теперь я взяла цветочек, вот такую вот пуговичку, бусинку. Можно взять обычную какую-то пуговичку и вот так вот буду пришивать. Смотрите, я взяла пуговичку оранжевую, точнее как желтую. Можно взять любую, оранжевую, розовую, то есть в принципе абсолютно любую. Но так как это цветочек, я решила серединку желтенькую. Плюс эта серединка у меня по цвету будет совпадать с цветом носика. Поэтому, так как у меня будет желтенький носик, я взяла желтенький цветочек. Если же взяла бы оранжевый, можно было бы оранжевый носик и так далее. В общем, здесь уже смотрите и оформляете на свой вкус. Я вам сейчас хочу показать, как я буду вязать именно глазки. Я взяла тоже из серии Белла ниточку 60 сантиметров и отрезала, отрезала 60 сантиметров и разделила напополам. То есть нитка Белла состоит из 7 тоненьких. Я разделила по 3 и одну вытащила, просто лишнюю. И вот из этой тоненькой белочки я буду вязать. Можете взять обычную швейную ниточку, сложить ее в 2-3 сложения, в зависимости от ее толщины. И потоньше крючок. Хотите вязать тем же крючком, то есть если у вас он один всего, то, конечно же, придется им. Либо, опять же, еще раз повторюсь, вы можете вышить, либо пришить. Итак, отлаживаем в сторону нашего котенка и делаем кольцо амигуруми. Я буду вязать, повторюсь, тоньше крючком. Итак, закрепляем наше колечко и в кольцо провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Теперь делаю воздушную петельку одну и продолжаю в колечко набирать 3 столбика без накида. То есть между 3 столбиками, одними и вторыми, у меня воздушная петля. 1, 2, 3, воздушная петля, 1, 2, 3. Теперь снова воздушная петля. И стягиваю свое колечко. Стягиваю плотненько. И нахожу первую петелечку первого столбика. Вот здесь вот. Делаю соединительный столбик. Для чего я сделала 2 воздушные петельки в начале, точнее как в конце и в серединке? Для того, чтобы у меня получился не кружок амигуруми, а овальчик. То есть у меня получился вот такой маленький овал. Затягиваем его максимально сильнее. Теперь вытягиваем краешек ниточки. Можно ниточку было и покороче, но, честно говоря, я хочу сделать минимум присоединений. То есть я этой ниточкой затем, после того, как пришью глазки, буду вышивать усики. Поэтому мы сейчас делали соединительный столбик, вытянули ниточку и на изнаночную сторону вот здесь вот вытянем еще раз эту же ниточку. Завязываем вот эту начальную, где мы стягивали кольцо амигуруми, краешек, и основную ниточку. Делаем такой вот узелочек. То есть мы ее не закрепили, спрятали, потому что очень тонкое вязание. Поэтому мы схитрим и делаем узелок на изнаночной стороне. Теперь возьмем наши ножнички и обрежем вот этот коротенький краешек ниточки, то есть тот, который затягивали. У нас получился вот такой вот овальчик. Можно его даже еще более прижать, чтобы он был максимально таким вытянутым. И вот у нас получилась ниточка рабочая, которую мы будем пришивать и вышивать. Делаем таких 2 детальки. И вот они у нас, глазки, вот такие вот готовы. Еще раз повторюсь, можно сделать в 2 сложения швейная ниточка. То есть здесь не обязательно что-то там мудрить, выдумывать. Вот они наши глазки. Берем стежочек любого цвета, там желтого, оранжевого. Можете даже этого же розового взять, который вязали. Делаете буквально где-то 3-4 стежочка. Вот так вот наметочными. Можете 5-6, в общем, в зависимости от толщины вашей ниточки и вашего вкуса. Теперь пришиваете глазки, вышиваете носик, пришиваете вот здесь вот цветочек. По желанию можете вышить тротик. То есть это уже от вашего желания зависит, от вашего вкуса. И я надеюсь, что вам осталось все понятно. Конечно же, если вам понравилось, обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!